Уважаемый Касым Жумат Кемелевич. Родители Казахстана требуют заблокировать два опасных законопроекта, которые могут привести к колоссальному социальному взрыву. Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка внедряет Институт приемных профессиональных семей и предусматривает изъятие детей у родных родителей, временно попавших в трудную жизненную ситуацию. Изъятых детей будут передавать профессиональным семьям, минуя госучреждения. При этом даже родственники изъятых детей не будут знать о их местонахождении. Это приведет к таким же негативным социальным последствиям, которые сейчас испытывает страны Европы, откуда родители массово мигрируют, спасая свои семьи и своих детей от ювенальных структур. Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей открывает ювенальным структурам легкий путь к проникновению в семьи и изъятия детей. Первое. В семьи предлагается заходить по анонимным доносам и сообщениям в социальных сетях, то есть по террористической схеме 1937 года. Второе. Граждан, обвиненных в домашнем насилии, причем насилие может быть в том числе психическое и финансовое, предлагается принудительно направлять на курсы психологической коррекции, что абсурдно, поскольку работа психолога может осуществляться исключительно по добровольному запросу человека. Взрослых членов семьи, увлеченных в так называемом насилием, предлагается выселять из единственного жилища без наличия альтернативного жилища, что приведет к росту числа бездомных и, следовательно, к росту преступности. Предлагается штрафовать за травлю буллинг, некое нарушение, суть которого до конца никто не понимает, что неминуемо приведет к произволу и коррупции. Наказания за правонарушение в семье ужесточают по сравнению с таким же, совершенным вне семьи. Это повлечет сокращение числа браков. Люди сделают вывод, что заводить семьи и рожать детей опасно. Все это сократит число желающих вступать в браки и продолжать свой род численность населения Казахстана начнет резко сокращаться. А это ослабит суверенитет Казахстана. Прошу вас, Касым Жамат Кемилевич, заблокировать эти законопроекты. Мы, родительское сообщество Казахстана, против этих законопроектов.